Привет, друзья! С вами Андрей Чайкин, и я в очередном походе. Сегодня я в одиночке. Осень, замечательно. В общем, мертвый сезон. А я его люблю. Мне нравится, когда все листья обвалились. Вот, а снег еще не выпал. Прикольный поход. Все, домик стоит. Думаю, нет надобности показывать, как его ставить. Уже много раз это видели все. Все, народ, дело к вечеру. Я загружаюсь и отдыхаю. Друзья, в комментариях вы меня довольно интенсивно просили сделать обзор на сковородку, которую мы брали с собой в экспедицию на Мурман. Первый улов грибов. И обновляем новую сковородку. Она называется сковорода костровая. А еще у нас супер хорошее сковородище. Она, во-первых, огромная, во-вторых, легкая, и у нее складная ручка. Правда, Санька, классная? Да, и ничего не пригорает. Друзья, подписчики, это просто супер сковородка. Она так и называется, кстати, сковородка костровая. Офигенная. Если честно, я в восторге от этой сковородки. Легкая, достаточно большая для того, чтобы готовить на всю группу. При этом ничего не пригорает, да еще и ручка складная. Мы прошли с ней всю экспедицию Мурман-21 и не могли нарадоваться. Восхищались всей командой. Жарили грибы и оладушки-драники из картофельного пюре. Уже в ПВД, в Подмосковье, она отлично справлялась с более сложными задачами, типа приготовления вкусной курочки, терияки и тому подобного. Так что после всех этих походов, испытаний, могу с уверенностью сказать, сковородка отличная. Так, давай переворачивай. Ага. Немножко рано. Рано. Не рано. Поверить мыши. Так. Подожди кидать такой огонь сильный, ты зачем? Каком-то легче тебе, когда они поджарятся. Сейчас немножко огонь пойдет. Грызешь? Как пить? Внутри не залезть. Это и не надо. Там раз прикольно. А, ну ладно. На ком соус. Не беспокойся, Никита. У вас неверный на ком соус. Блюдо получится не то. Саня. Везли меня. Ну, блин. Везли меня. Я не злю. Блин, раз ты не учаешь, а то соуса не получишь. Нет. Поговорим о соусах. О, туда насекомое прыгнуло. Как слегуха. Ну ладно. Каждая мошка — это мясо не мошка. Вот. Совсем не мошка. Я давно задумывал сделать обзор на эту сковородку, но была одна проблема. Мне ее подарили друзья-подписчики, и я понятия не имел, где ее искать, на каком ресурсе. Все попытки найти ее по названию проваливались. Инет подсолил мне что угодно, кроме того, что мне надо было. Помогла Даша Печенька. Она лучше разбирается в интернете, чем я. И в течение нескольких минут она по фотографии нашла нужную сковородку. Что я себе весь дымом сижу? Это как красиво, красиво.
телефон. Это Пугачёва с дырчатями. А я такой холодный. Итак, это бренд «Новая земля». Хороший российский бренд, производящий продукцию для походов, для путешественников, для рыбаков и охотников. Называется эта сковородка NZFP-156, туристическая походная сковородка. Изготовлена сковорода из пищевого алюминия с анодированным покрытием. Благодаря этому она очень легкая. К тому же она компактная благодаря складной ручке, что позволяет сделать ее удобной в транспортировке. Нон-стик покрытие предотвращает пригорание пищи во время приготовления и отлично моется даже холодной водой. Главное то, что эта сковорода, она вполне подходит как для использования на газовом, там, жидкотопливном оборудовании, вот, на настольных плитах, а также на углях, на решетке и так далее. То есть ее вполне можно использовать на костре. Вот. Что, собственно, и видно из ее названия. Ну вот. К сожалению, на одном сайте «Новой земли» в наличии вот этих сковородок нету. В принципе, там вообще никаких наличий сковородок нету. Поэтому пришлось поискать. Нашли интернет-магазин, где такие сковородки есть в наличии. Поэтому я выложу ссылки и на тот ресурс, и на другой. Я очень доволен тем, что нашелся ресурс, где можно купить такую сковородку. Потому что, если честно, мне она очень нравится, но она слишком большая для того, чтобы брать ее в одиночные походы. И вот в этом интернет-магазине я нашел сковородочку меньшего размера, вот как раз для таких вот походов в одиночку или походов в малой группе. Я ее там обязательно прикуплю. Ну что, друзья, поход явно завершается, валит первый снег, я свернулся, ну а сейчас я двигаюсь на станцию. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, если вы не подписаны еще на канал, подписывайтесь. И, друзья, ходите в походы, но только с правильной подготовкой, и будем вместе продвигать адекватную походную движуху. С вами был Андрей Чайкин. Пока.